операция под кодовым названием «Концерт» успешно развивается. Все артисты в форме. В какой форме? В наилучшей артистической. Я бы сказал, на сцене боевой порядок. Ты сам-то как считаешь? Ты к армии готов? Так, точно! Тише, тише, армия еще не началась. А с чего начинается армия? Сейчас узнаешь. С чего начинается армия? Сразу сержантов купе, с покинутой маленькой станции и первых ворот КПП. А может, она начинается с того, что заплакала мать красивой и ласковой девушки? Что будет тебя долго ждать? С чего начинается армия? С командного крика «Подъем!» С ехидной улыбки дневального, с казармы, в которой живем. А может, она начинается с умения маршировать и с первой вечерней усталости, с сапог сюда хочется. С чего начинается армия? С лихого в рассвет марш-броска, за 40 секунд одевания, с пробежки и турника. А может, она начинается с похода и песни в строю, с победы, что взято с товарищем, почти в настоящем бою. Теперь понял? Понял. А вот интересно, какие шаги вы предпримете, если останетесь один на один с противником? Большие! Внимание! Если вам пришла повестка из военкомата, не расстраивайтесь. Перепишите ее 20 раз и отправьте своим друзьям. И не получайте. Вот это хорошо. На сцене Сергей Лазин. Я только за Россию не беспокоюсь. Во-вторых, армия делает тебя сильнее. Верно. А в-третьих, мое мнение никто не спрашивает.
Вообще же весело. Строим, песни поют, эпизод, музыка играет. Я уже маршировать умею, вот смотрите. К командиру обратиться умею, сапоги почистить тоже. А картошку? А чего картошку? Наверное, уже всякие картофели чистки есть. Конечно, есть. И вы являетесь одной из самых последних моделей. Нам хоть дискотеки-то здесь будут? Навряд ли. Поэтому слотайся заранее на сцене. Ни о чем. Меня... дискотека. Солдатская дискотека. Браво! Еще с самого детства говорила: кушай, сынок, а то солдаты не возьмут. Зачем я ел? А вот интересно, какой была бы служба, если бы призывались только девушки? Красавчики! Ебать, служба! Ну вот и все! Прощай, гражданская жизнь! Теперь надо в мой дом казарму. Да чего я только не делал, чтобы от армии откосить, и под пацифистку косила, и в общество солдатских отцов обращалась, и врачу глаз не спрогал, ничего не помогло. А чего от армии-то бегать? Я вот сама пошла, добровольно. Да какая же дура сейчас сама в армию пойдет? Там же беспредел, бобовщина. Чего, какая еще шина? Ты чего, вообще не слышал об бобовщине? Ну ничего, скоро узнаешь. А мне моя мамка сказала так: если хочешь стать настоящей бабой, иди, ничего не бойся. Да как же, а портянки стирай, сапоги чисть, на тумбочке стой, и за дезодорантами в самоволку бегать надо. А я еще слышал, что в армии честь отдавать нужно. Ну уж нет, свою честь я никому не отдам, только что генералу. А еще раз слышал, что противогаз за 5 секунд нужно одевать. Это что же получается? Я 3 часа делал прическу, а тут 5 секунд и противогаз. Ой, да ничего страшного, после как подготовка и все тут. Одно радует, скоро новую форму ведут. Вот тут бантики, вот тут рюшечки, кирзачи на высоком каблуке и декольте. О, зря радуешься. Откуда ты все знаешь-то? Да у меня сеструха 2 недели назад не пинулась. Плечи бог, бицепсы бог, на спине наколка ДМБ 2010. Печально, наверное, неделя. Ой, да мы на моих проводах так погуляли, и денег самогона выпили втроем. А мы пацанов пригласили, только они слабенькие оказались. По 2 фужера шампанского выпьют и ходят: ой, держите меня, какой я пьяненький. А мне мой
все так говорят, а месяц пройдет, и письмеца от них не дождешься. Эх, ладно, хорош плакать, наш поезд. Да, вот это хорошо. Не, грамотно. Да. Песни я лучше выключу.